Тени у вас в руках можно посчитать? 8. А почему у вас 8? Ну, а можно масочку снять? Да, конечно. Спасибо. Отлично. А почему у вас 8 бюллетеней в руках? Хороший вопрос. Отлично. А паспорт можно ваш взглянуть? Нет, паспорт можно. Нельзя, да? А может, представитесь, нет? Сходи, только конечно. Что, только что. Полиция, подойдите, пожалуйста, сюда. Вот смотрите, молодой человек. Должно быть 4, это вброс. Очень хорошая история, прям вот просто прекрасно. Задержите, пожалуйста, юношу. Задерживайте. Да, пойдемте. И, да, и теперь... Бюллетени, пожалуйста, тоже. Член комиссии, подойдите, пожалуйста. Секретарь или член комиссии, а в стороночку, товарищ, отведите. У кого человек получал бюллетени только что? У кого получал бюллетени? Юноша, подождите, пожалуйста. У кого вы получали бюллетени? Где вы взяли бюллетени, пожалуйста? Покажите, за каким столом? За каким столом вы получили бюллетени? Откуда сейчас вышел этот юноша? От какого стола? От какого стола он отошел? Точно не от моего. Не от вашего. Так, от вашего стола юноша отошел? А от какого? От вашего? Откуда человек пришел? Возможно, он пришел. Сейчас была куча людей к тому столу, и все эти люди были в очереди на первый стол. Либо четвертый, потому что первый, второй, первый, второй, попадает прямая трансляция. А любой просто женщина, она, ой, девушка, то есть увидела это и не сказала. 8 бюллетеней молодой человек взял. 8 бюллетеней у него оказалось, вместо 4. Так кто выдал юноше бюллетени? Да. Можно спросить? А давайте я посмотрю в трансляции. Ребята, но все равно видно в трансляции, так что вы... Сколько бюллетеней выдал? Кто выдал, товарищ, лишние бюллетени? Ну, он к вам подходил? Ко мне лично нет. И к вам не подходил? А откуда он пришел? А куда он ушел? Откуда он? Ну, так подождите, он откуда-то подошел к урне с бюллетенями? Председатель вышел, да? Да, конечно. Можете представить. Ну, он с нами. Нет, пока... Пока воздержусь, да? Хорошо. Со вторым молодым человеком с ним были, нет? Которые вышли. Так а как получилось, что у вас 8 бюллетеней-то? Нет. Такое просто, что... Ну, что вообще, Господин за руку? Еще раз? Господин за руку, давайте уж сознаюсь. Чего же не гадаете? Говорите. Такое просто... Отдел. А каким образом это происходит, произошло? То есть кто вас об этом попросил или что произошло? Как это вот, обстоятельства? Кто вам выдал бюллетени? А в телеграм-канале просто предложили заработать. Вот. Так, а каким образом вы получили бюллетени? Ну как это, как условно говоря, вклад типа по адресу, вот нам лежали бюллетени, вот так вот все. А, то есть вы получали бюллетени не в участковом, ну как бы не в комиссии, не у... Да, я абсолютно сознаюсь в этой вине, меня интересует, по какой статье меня задерживают и какой за это штраф. Я понял. Я во всем сознаюсь, если нужно, я скажу паспортные данные, имя и фамилию. Угу. Хорошо. То есть бюллетени вы получали не на участке? Да, я получал не на участке. Тут. А где вы, в каком месте вы получали? Вы можете показать? Станция метро Автово. Метро Автово. Прямо в самом метро или? Я, если честно, точно не помню дворик, но там... Прямо рядом с метро, да? Да. А как это выглядело? Что это такое? Закладка была? Там, ну, по типу... Ну, да, понятно, что как она выглядела? Что это был конверт запечатанный, вот и все. И в нем было 8 бюллетеней вот эти? Нет, в нем было 4 бюллетени. А вторые 4? А вторые 4 я взял и... А, то есть это вы взяли уже как избиратель на этом участке? Да, все верно. Ага, то есть такая технология, что вам просто в дополнение к имеющимся вам дали, по сути дела, еще одни бюллетени, да? Да. Ага, я понял. Ради... Да, ради интереса. Да, так конечно. А чего? Я думаю, что он никуда не убежит. Нет, я здесь, я. Хорошо. Да, хорошо. Господи, куда я убегу? А,
их специально продемонстрировали, что вы 8 месяцев? Нет, я их не продемонстрировал, просто... Просто увидели люди. Девушка, да. Очень хорошо. Ну, согласен. А за кого там происходит? За кого в сброс был? Не посмотрел? Стоять! 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 Позови мою! Позовите полицейского снизу! Снизу позовите! Стою. Ты понимаешь, что ты сейчас... Я понимаю. Все, вяжите его. Его участок. Ребята, там имплант. Прошу вас, левую лучше вливайте, лучше в левую, пожалуйста, только на правую. 86. Вы можете, пожалуйста, лучше левую? Стоял в двери, я только отошел и побежал, сука. Концентрированный имплант. Да, давайте. Ну, его участок, в участок везите, а? Ну, в участок где у вас, какой дежурный отделение? Зови еще раз. Сейчас. Не надо, не надо, не бери, не бери, не бери. Ничего не подбирай. Я вас могу попросить прощения большое. Нет. Просто можете вытянуть руку хотя бы. Возьмите ее. Да, 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 да. Вот так. Подождите, пожалуйста. Не левую, правую. Сюжет. Там просто вы закатаете рука, то увидите. Да, он серьезный. Вам так сказать. Ну вот такая вот история. К сожалению. В первый же день голосования в присутствии кандидата, что самое интересное. В общем, будем дальше наблюдать за этими событиями.